Смотрите. Икам-покам. Let's go. Смотрите. Это тупо. Так. Вторая игра. Зажимает, я убегаю. Типа Тимлис.
топ-1. Поэтому такие дела. Да, жалко ворона. ББП. Уже понял, что ГГ. Прыгнула. Я тут топ-1. Уже второй и последний. Как надо играть за мистера Пи на максималках. Тут я думал играть уже не на топ-1, а на топ-4 хотя бы. Тут меня зажимает спайк. Ворон. Вот тут уже брокер идет за мной. Я по нему тычку даю. Нерадостно. Типа темлюсь. Ну, мне лучше с Амарой дружить, чем они сразу заберут. Смотрите, мы с Леоном с ним до конца. Он не знает, кстати, где я. Я не знаю, где он. Вот если на меня нажать. Потом, когда я его увижу, сразу тычку даю. Он там хилится. Ставлю ульту, прожимаю пассивку. Гаджет. Я лоу хп, отхожу к турельке. Забираю Шелли. Тут уже топ-2. Остается брокер. Ну и что теперь делать? Надо топ-1 забирать. Забираю. 3 игры топ-1. You are the best. Вот такой был короткий видеоролик. Можно добить 12 кубков. На том же мистер Пи, либо любом другом персонаже. Даже не знаю, что выбрать. Давайте выберем Тару. Она имба. 8 минут годноты. Так, let's go. Вот из-за этих моментов хочется играть Brawl Stars. Сетинец, понимаю. Кстати, ПМ лучшая просто. Если не даже до конца поиграю.
Ну, Пэм тут заслуживает топ-1. Она могла бы меня давно забрать. Не знаю, прям лучшая Пэм. Аурум это, кстати. Ну, не знаю. Совпадение? Не думаю. Пойду в дуо режим. Ну, там дальше 650 прапы. Так. Идем. Охуевший. Это прям... Ник прикольный. Сидит сейчас, злится. Капец там. Меня разобрали. Надеюсь, он видел Шелли, да? Тут бомбочка летит. Хилься. Я резнусь, я никого не пощажу просто. Это на базе. Давай, охуевший. Ебошь этого нубика. Раз, два, три. Ульта. Раз. Хорош. Умеет играть. Ник оправдывает себя. 15 минут. Давайте еще. Одну в соло. Я хил не беру, потому что иногда бывает атака решает. То есть в командные режимы можно хил брать. Вот. Нету, есть. Вот, хил. Вот. Мне атака больше что-то нравится. Вот всегда. 800 урона этих. Вот, прям хорошо залетают. Так, что-то долго находит. Ищет. Ищет, наверное, каких-то тика там. Спайка. Сидит, ищет, подбирает мне игроков. Сложных. Все. Убежали. Какие-то профессионалы. А, давай, 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 спам. Подружимся.
Я, наверное, пока посижу. Не знаю, странно. Никто не вылетает, 8 бравлеров. Что будет? Наверное, сори, помню. Я заберу. Мне нужна ульта. Сори. Я тут себя похоронил, надо было не идти брать жадно, лень, а сидеть до конца без усиления. Разок идем в этот заход сейф, или как он называется. Вот. Если выиграем, я открою один ящик. Моя ошибка. Надо собраться, ульту кидать на базу лишнюю. Сгорел, ладно, бывает. Обидно, но так и так я открою ящик. Вот и поражение. Гаджет. И хороший банк гаджет. Так, собраться. Чекайте. Кстати, ноль нанесли. Бывает и такое.
Вот и демейт. Чекайте, этот Артём Ахиллес. Дебил. Просто, блядь, дебил. Как после этого Бравл Старс играть?